Так. Надо будет поймать момент. Ну, считается, что управляет меня черт, но это не потрогал, верой последует боже, или что-то не изменяет мне нести. Не бывает, он изменит его воинов. Боже прославлен, там, наверное, не совсем тем, чем хочет прославить мой любой игрок. Не знаю, топ хиров, а сейчас играх воин, более начинает думать. Не знаю, что сейчас славы. Ну, всех этих мук. Пусть хвалит, да, он как препарат был приставлен на шею, мог повесить, да, не себя на счета каждый барыш. И сейчас на шею такому кудрявому блондину, и не ехать себе для будущего. Препарат был пока не вошли, ставлю стрипли какие-то там не сделают. И лайк как протекает, если не просто чуть-чуть. Я думаю, на то, что добавил мусульный, чтобы отношение к блондам. Препарат был хватает. Присаживаюсь главных красном из него я на максимум. Вообще очень любит его лайк до предмета, то есть даже не умею до такой поздней стадии турнира. Я вернулся от такого восторга. В одном ударе от победы вызывает товарищ Лайк, ему хватает дистанции для того, чтобы наказать Тихо, и весь 3 метра уходит в статус. Фирка порвы. Не успевает летать. Бросок хорош, бросок. Лайки. Что-то ББ вообще упало. Если он лоу применяет бросок, он упрощает монстр. Все лайка. Нет, лайки. Если я посещаю все лайки, я начал понимать, что он до туда дошел, он при всех вдвоем. Да, так неэффективном игровом стиле он понимает какие-то умения, но есть какая-то особенность, когда отличает обычные игроки сильных. Ну, даже не сильных мужчинок, а победителей от тех, кто проигрывает, он как-то так интуитивно подстраивает противника, снимает изменения, делает в своей игре достаточно в том объеме, который нужен. И... Ну да, то есть адаптация это как раз та черта, когда, которая очень важна в файтингу. Именно построиться вовремя под суть противника. Ну, знаешь, он там в прошлый раз нажрал, но одинка у него не попала, он взял и сделал дальше. То есть он меняет, вот я вижу какие-то мелочи, причем такие мелочи, они неэффективные, они там. Это неправильно, но он пытается изменять, потому что мы не могли не сразу внимание огнями намахнули. Ну вот, когда лирика, ох, это хмуро, что ли. Нет, это не панишь. А вот это может быть панишь, да. Может быть, да. Понять, выжил, но... Ну, один миксап остался. Да, сейчас все хорошо. О, просечка. Вот, ну ладно, на землю, храброго воина, ладно. Скорее всего, просто если не сможете становиться между собой, то и не сможете. Бывает, психонаж мой, снимается, два главных воина, страх мой, чтоб был чара. Всё, его. Блющик снял. Психонаж мой, чтоб один, кажется, да, если он бога, если я не слышу. Ну, может быть, если, но он точно как-то выиграл в турнире, если он бога. Ну, по крайней мере, всех игроков. Будущий бой, когда я играл, он сильный, но всех, кем я играл, возможно, не играет на лайне. Вот, но он играет, старается, тренит разных чаров, умеет джаггар, да, не работает. Я думаю, вообще его проблема вот именно того, что он бегает, теперь старается постоянно, чуть-чуть. Разбежает карты Рима, сейчас он говорит, ты меня удар. Тихо, привязал его к парню потрогал, сильным броском, карает, ходит вокруг, боже мой, вообще, конечно. Никакого уважения, даже на Kill Light по отношению к бедоладе, ну, тихо нет. Он просто насилует бедного. Ой, это, боже мой, ну, Kill Light прямо изменился.
Ну, пиратский корабль, он все-таки дает свои плоды, не зря. Крысиную мощь, да? Да. Ну вот, троллинг продолжается, знаешь, продолжается промо. Ну, прям другой, совершенно другой человек, мне не нравится его лайк, он неуверенно играет. Но он спокоен, вот так, ну... Не знаю, на стол, и... Без похрени, он с полным контролем. Классно. Какой ультра комбо. Сейчас отлично сильно снимет байонета. Сникли сравнялись в балансе. Да, и тут остался буквально вот один миксап угадать. Понятно, да, и... отлично. Взрывает секрет. Что-то пошло не так у Лайки. Теперь ему предстоит вырываться из стекла Айва заново. Искать пытается утру засовывать просновщик. Плохо использует силу Айви. Сила Айви, конечно, в рейнже, если пытаться играть на так, как ее играет. Лихра, то есть он еще хороший идет, но он не может получить, я думаю, что он следует обменять персонажа. Думаю, что ох, не просто. Сейчас должен быть разлом брони, по идее. Да, должен быть, но будет. Но будет, да, посмотрим, да, и наказание будет. Да, ну, руйка фандомный лютый. Я даже сюда бегу лайк, где чемпионат был подобно за его врываться. Мыльный бой, это... Мне все это... Гейм. Чемпионат вам серьезно взял два дела, взял все дальнейшего персонажа. Классно, домой, мне очень нравится. Каждый фонтан это не варил. Лайка вторая. Не наказывает, бросает. Лайк, но интересный игрок. Там у него внешний определенный. Ого-го, ничего себе, вот это красота именно. Пронзает. Только у нас может быть какой-то демонстрация. Необычные повороты судьбы. Игр. Закованный в кожаный плащ. Не КВДшник какой-то. Невесовый. До лайка. Я не знаю. Ситуации. Что не пришли. Это весь кох с клинчиком сидел от них. Да, нас бы. Очень много, да? До лайк без до лайка. До нас он отмечает чередой. Чередой не для чередой. Чередой бомбы. Психонат на грани поражения, и это поражение будет означать дальнейшее турнирное карьера. Ну, а он просто уже поздно, он уже не может. Ох, это анблока был, череда анблока был. Юлио Фейс не у лайка. Да, блин, хороший блок от не у лайка, знает бомбу, он видит и насквозь. Что ж, быстро сравнивает счет психоната, взял серьезно. Лайку, видимо, решил просто одолеть его очередной атакой бесконечной. На самом деле, все дело в том, что Натса просто решила немножко прираздеться, и это отвлекает патрок. Боже, что происходит? Мы видели это ультра битву, вроде. Да, и один удар. А Натса решил нагнать столько страстей, что все уже похолодали за головы. Сказали, что ты говоришь, демон остановить, полегче.
Ну, куда ему сдали Ксера?